не так активно, медленнее. Спокойнее, спокойнее, спокойнее. Вот, спокойнее, ножками работай. Хорошо, молодец. Игорь Захаров говорит, что речь – это одна из высших функций нервной системы, и прежде чем приступить к работе с ней, требуется развить тело. Именно поэтому на занятиях у Игоря особенные дети не сидят и рассказывают о своих проблемах, а выполняют различные задания, которые им дает врач. Семилетняя София занимается с Игорем Захаровым с сентября. Несмотря на такой относительно небольшой срок занятий, мама уже видит результаты и улучшение в здоровье девочки. Я вижу, что речь лучше стала, моторика, крупный моторик у нас развивается, ребенок стал более усидчивым, в школе лучше начал заниматься. То есть результаты я вижу работы. Игорь занимается с особенными детьми. Он говорит, что предрасположенность к такому виду деятельности у него была с самого раннего возраста. Нейропсихолог всегда хотел помогать нуждающимся. Его цель – сделать ребенка функциональным, чтобы он смог в дальнейшем освоить профессию и стать полноценной единицей общества. Я считаю, что каждый имеет право на помощь, и каждый должен приносить вклад в общество и создавать блага вокруг себя, то есть сделать мир лучше вокруг себя, там, где он находится. И я считаю это благим делом, помогать людям с такими проблемами. Коллеги Игоря Захарова отмечают, что его работа является неоценимым вкладом. Он пришел к нам еще только в конце лета. И, в общем-то, начал сразу заниматься, с первых дней начал заниматься с детьми. Очень такой эрудированный психолог, очень много читает, очень много знает, и его очень любят дети. В фонде детям оказывается психолого-медико-педагогическая помощь. Каждая мама может обратиться в эту организацию, вступить в фонд и получить помощь квалифицированных специалистов абсолютно бесплатно. Анастасия Федорова, Рустам Лукманов, столичное телевидение, вся Уфа.